5 ноября, пересечение Комсомольского проспекта и улицы Горького. Столкновение легковой «Мазды» и машины скорой помощи. Есть пострадавшие. Иномарка двигалась со стороны Нового Волжского моста прямо по Комсомольскому проспекту. Скорая с включенными проблесковыми маячками проезжала перекресток со стороны Горького в сторону Тверецкого моста. Ехал на зеленый цвет. Я не знаю, не услышал, точнее поздно услышал. И в момент, когда я повернул голову, машина уже летела меня. В результате столкновения пострадали водитель и два фельдшера. Все, кто находился в скорой и спешил на помощь больному. Пока мы работали на месте происшествия, пострадавшим оказывали первую помощь в подоспевшей другой карете скорой. Далеко вызов был, и вызов срочный, и они торопились со всеми спецсигналами. То есть водители обязаны были, как мы всегда говорим, пропускать? Теперь машина осталась вообще безо всех? Все медработники, да? Мы собираем больницу, да. Ага, как травмы? Травмы конечности, черепно-мозговая травма. Надо до обследования. Патрульная служба неоднократно участвовала в рейдах по сопровождению скорой, спешащей по вызову. В последнее время водители в основном пропускают машины с маячками. Тем более, что в пандемию количество скорых на дорогах Твери на порядок увеличилось. Люди понимают, если речь идет о человеческой жизни, дорога каждая секунда. Скажите, вы за рулем, да, были? Вас все остальные пропустили? Мы уже все остановились, он по правой полосе шел на большой скорости. Большая скорость у него была, да? Его и не видно было. Но вы внимательно, когда проезжаете перекрестки, смотрите, да? Потому что всегда кто-то найдется. Все уже, я говорю, все уже стояли, все пропускали. Скажите, а удар сильный был? Сильный. Вы ехали к экстренному больному? Да, далеко? Перемерки. С места аварии пострадавших медиков увезли в больницу. Госпитализировали всех, кто спешил на помощь. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и вежливы. Пропускайте тех, кто помогает нам выжить.